приветственный адрес, небольшой подарок и букет. Но я умолкаю, потому что больше и лучше, чем Глена Васильевна, про Александра Николаевича никто не скажет. Бесконечно обожаемый Александр Николаевич. Ну, наверное, я выражу мнение не только депутатов городской думы, не только всех присутствующих там в зале, но и, наверное, всего населения Петропавловска-Камчатского в том, что вы на самом деле наше достояние. Вы прекрасный, умный, тонкий, заботливый преподаватель. И вот только что красотки подтвердили, выступавшие на сцене подтвердили это. Вы прекрасный дирижер, продолживший традицию скрипки. Держу картинку с грамотой, почетной грамотой городской думы Петропавловска-Камчатского округа. И вот тут подарок с небольшим вкладышем. Александр Павлович, мы посмотрим. Это яркий пример преданности своей профессии и лучшим культурным традициям. Вы прекрасный педагог, яркий музыкант, талантливый дирижер, красивый человек. С каждым новым концертом вы открываете для слушателей все новые и новые грани прекрасного. Коллектив Камчатской филармонии поздравляет вас с юбилеем и от всего сердца желаю вам крепкого здоровья и внутренней гармонии. Пусть вдохновение никогда не... Кто пишет туда, где боль, только спина, где старуха есть?